Сразу 4 побитых автомобиля. Из-за сильных порывов ветра тополь упал на припаркованные машины на улице Адария. Обошлось без жертв. Искал место припарковаться. Услышал хруст, и машина стала на месте под деревом. Вы сами не пострадали? Нет. Дерево упало на заднюю часть машины. А что намерены делать? Сначала осмотр, потом будут дальше видеть, что делать, чье дерево и на кого подавать. На французском бульваре упавшее дерево придавило сразу 5 автомобилей. При этом ветки зацепили мужчину. Ему оказали помощь на месте. На Черемушках дерево упало на рельсы и перегородило путь 10-му трамваю. Также деревья падали в районе площади 10 апреля. По прогнозам синоптиков, порывы ветра достигали 24 метров в секунду.